Чем чреват перфекционизм, когда страдаешь от малейших неточностей? И как научиться его нормировать? Ну, перфекционизм – это просто название, да, это может быть невроз навязчивых состояний, и в этом случае его нужно лечить с помощью специальных психотерапевтических техник. Это может быть страх неудачи, страх как-то не очень круто и ловко выглядеть в глазах других людей. Вот. Это могут быть просто такие проблемы, связанные с прошлым воспитанием и соответствующими какими-то такими вот иррациональными установками, что все должно быть идеально. Вот. Поэтому причины наших психических состояний могут быть совершенно разные. Если вы хотите с ними справляться вообще вот со всей ерундой, которая в голове возникает у нас, ну, вы просто поймите, надо изучать то, что происходит в голове вообще, как она работает и что с этим делать. Но поверьте, нет лучшего лекарства от любых наших поведенческих каких-то неправильных действий.